Это была стабильная ситуация, отсюда мы уже начинали стоять. Это было в удачные дни. А в неудачные дни пробка начиналась еще раньше. Выезд из дома в 7 утра и не минуты позже. Только так можно было успеть в школу к 8:30. Чтобы преодолеть 2 километра пути, требовалось от 20 минут и больше. 20 минут – это было обычное время, чтобы отсюда выехать. А в особо неудачные дни, и я в них попадала, выезд мог занять и 30 минут. На место выехали представители министерства транспорта региона, администрации округа, госавтоинспекции и автодора. Внимательно изучили дорожную обстановку. В итоге решили запретить сразу 2 левых поворота на улицу Новую с Можайки и Сокуловской на шоссе в сторону области. Альтернатива – разворот на эстакаде в Отрадном. Сейчас у нас добавилась дополнительная полоса, увеличили светофорное время светофорного объекта. И тем самым у нас как и в утренний час пик, так и вечернее время автомобили спокойно проезжают в сторону области. Теперь вечную пробку жители Гусарской Баллады вспоминают как страшный сон. Вместо 20 минут на выезд им требуется не больше 4. Сделали, конечно, все здорово. По крайней мере, я выезжала вчера, позавчера, когда уже были эти полосы сделаны. Вообще никаких проблем не было. Что в сторону Можайска, что в сторону Москвы. Впрочем, внимательно следить за дорожной ситуацией на выезде из Гусарской Баллады ответственные службы продолжат. Если мониторинг покажет, что еще есть над чем работать, откладывать это не будут, решат в ближайшее время. Евгения Августина, Татьяна Верняковская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».